Здравствуйте! Лечение геморроя. Сделайте настой из листьев лесной земляники или листьев черники. Когда настой полностью остынет, намочите им красную тряпочку и нашепчите на нее тайные слова. Святой водой заклинаю, лесной травой повелеваю, красным цветом предрекаю. Ты, шишка, размягчись, ты, плоть, разойдись, ты, кровушка, не сочись. Черное к черному, белое к белому, мертвое к мертвому, а живое к живому. Все, что сказал, не сказал, по своим местам разместись, в дело обратись. После чего омывайте этой тряпочкой вспухшие шишки. Для этого лечения также можно использовать отвар из горца почечуйного или ромашки. Всем добра, здоровья и хорошего настроения. Будьте счастливы!